Здравствуйте, я Алик из Саратова, с братом графиком немножко на рынке овощи и фрукты торгуем. Еще у меня есть жена Этери, она мне вопросы задает, потому что хочет быть такой же умной, как и я, и знать тоже все. Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, там что, Стримаусов умер, что ли, в Херсоне? Да, дорогая моя, да, вот это знаешь новость последнего часа. Это вот Кирилл Стримаусов погиб в ДТП в Генический город, это вот Херсонская, где вот эта область. Кирилл Стримаусов, это вот знаешь, у него должность была вице-губернатор Херсонской области, вот российский он был, значит, да, человек. Ехал в ДТП и погиб. Слушай, вообще это такая же потеря для российской политики, потому что он новая яркая звезда, которая вспыхнула несколько месяцев тому назад. Человек был, знаешь, такой парень интересный, оригинальный, говорил все, что в голову придет. То есть вот что зародится, тут оно на языке тут же вылетает. Постоянно давал комментарии, все время хотел бороться с бендеровцами, все время фашистов хотел бить, давить. Доброе утро. Сегодня 9 ноября 2022 года. Нацисты попытались прорвать на нескольких участках Херсонской области линию обороны, но везде были отброшены и отбиты. Говорил о том, что если нужно, присоединим к себе и Германию, и Францию, будет немецкая республика народная, французская будет республика народная. Европе предложим так же, как и Херсонской области, провести референдумы. Конечно же, присоединиться и Франции, пускай это будет Французская республика Российской Федерации, немецкая какая-то область. Ну, пожалуйста, мы всем готовы как раз вот равнозначно сохранить социальные права, дать необходимое количество газа, топлива, то есть жить, как когда-то мы жили в Советском Союзе. Только мы теперь растянемся от Тихого океана до Атлантики. Не боялся никаких чинов и званий, наезжал на самого Шойгу, вот он недавно говорил. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово офицер для многих это непонятное слово. И вот такая вот новость приходит, что нет уже Стримаусова с нами. И подтверждают там всякие источники, все остальные. Слушай, ну что я могу сказать по этому поводу? Как интересно получается. Столько лет человек, когда Херсон был украинским, столько лет человек жил, смеялся, ходил по ток-шоу, украинские песни рассказывал, стихи рассказывал. Как только Херсон стал российским, это буквально месяц-полтора назад, раз и нет человека. Умер. О чем это говорит? Ребятки, слушайте, это очень просто. Бойтесь своих желаний. Вот хотел Кирилл Стримаусов быть с Россией навсегда. У него так и получилось.